BetSafe. Generalinis Žalgirio futbolo klubo rėmėjas. Я в первую очередь хочу поздравить наших фанатов, наших болельщиков, тех, кто действительно переживает, любит Жальгирис, любит футбол в исполнении Жальгириса. Им большая благодарность за их поддержку мэрии города Вильнюса. Огромное спасибо за, опять же говорим, поддержку, да, ну, наши фанаты. Мы действительно очень благодарны им за то, что они у нас есть такие. Сейчас говорить что-то по игре, даже как бы, ну, есть матч, который дает право быть чемпионом. Он, выигранный мяч, он, наверное, обо всем говорит, да. Хочу сказать огромное спасибо своим игрокам. Непростые игры, непростой сезон в этом году был, да, где-то неудачно мы сыграли на Еврокубках, это действительно так, и это, я скажу, даже в моей карьере, это, будучи в Литве, это первый раз, когда мы покидаем участие в европейских матчах так рано. Обычно доходили до дверей, так скажем, группы, да, или заходили, как было в 22-м году. Большое спасибо своим игрокам, хочу сказать, они действительно, они мужчины, я ими горжусь, и думаю, что я и они, мы будем помнить этот день, помнить этот чемпионат, эти медали. Нет, ну, конечно, выключаться мы не собираемся. Этот день тот, который мы празднуем как ставшими чемпионами, а чемпионат продолжается. И те игры, которые мы будем играть, мы должны уже выходить в звание чемпиона и там уже проигрывать. Ну, невозможно, так скажем, да, но будем к этому стремиться. Каждый титул, наверное, ну, он не просто зарабатывается, не просто достается. Каждый больше, вроде бы и надо бы, да, сказать, но, ну, уже надо что-то, может быть, менять. И, может быть, оно и нужно что-то менять, но титул должен быть титул. Второе место – это второе место, а первое – это первое. Нет, ну, мы обязательно, мы сейчас одна структура, мы понимаем это, и мы работаем в этом направлении, как и команда наша «Б», которая во второй лиге, она тоже борется за выход в первую лигу, нам это очень важно. Ну и очень важный матч, который предстоит 23-го с Манчестер Юнайтед. И пользуясь случаем, хочу позвать и пригласить наших болельщиков и тех, кто вообще любит футбол в Вильнюсе, прийти на этот матч, поддержать нашу команду, играя с Манчестером. Я думаю, что наши парни будут стараться, у них есть этот шанс, и они будут стремиться его сделать.